День народного единства отмечают в Пинске масштабно и в едином порыве. В городском доме культуры состоялась насыщенная концертная программа «Сила страны в единстве народа». Она объединила горожан разных поколений и возрастов. В ее рамках чествовали многодетную пинчанку. Прямо на сцене ей вручили почетную награду – Орден Матери. Артисты и танцевальные коллективы дарили хорошее праздничное настроение. С места событий – наш корреспондент. Мир и независимость – великая ценность народа. Это то, за что наши деды и прадеды отдавали жизнь. Календарь государственных праздников Беларуси пополнился новым – Днем народного единства. Знаковая для нации дата 17 сентября. Он объединяет всю страну. Потому очень символично, что первыми на сцену городского дома культуры вышли дети в белых одеждах. Это воплощение света, чистоты. Это собирательный образ Белой Руси. Дети – символ будущего Беларуси. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности. Нельзя забывать историю своего народа, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей, разного вероисповедания живет на нашей земле, в нашем родном Пинске. И надо помнить, что все мы граждане независимой державы. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. 7 июня 2021 года указом президента Беларуси в республике основан государственный праздник – День народного единства. Выбор этой даты имеет историческую основу. Именно 17 сентября 1939 года стало началом объединения Западной и Восточной Беларуси. Единство территории страны и народа позволило вместе выстоять в годы Великой Отечественной войны. День народного единства – праздник большой истории, гордости за наше Отечество. Давайте будем ценить победоносный опыт нашего государства. Гордиться тем, что мы родились в сильной стране, которая имеет свою историю и свое будущее. И пусть в дальнейшем главными ориентирами жизни у вас будут порядочность, ответственность и патриотизм. Много горя выпало на долю белорусского народа. Уничтожающий огонь Великой Отечественной войны жестоко прошелся по многострадальной земле. Но дух ее сыновей и дочерей сломить не удалось. Страна выдержала и это страшнейшее испытание, которое стоило жизни каждому третьему жителю Беларуси. Поэтому День народного единства и дань уважения памяти тем, кто отстоял эту независимость, показал пример героизма и оставил свой след в истории. Сегодня у нас есть главное – мирная, стабильная и независимая страна. Есть история, которой мы гордимся, богатое культурное, духовное наследие, традиции. Одна из задач молодежи – сохранять и оберегать их, гордиться достижениями, залог успешного развития государства, единства народа. Большое внимание в стране уделяется социальной сфере и поддержке многодетных семей. В нашем городе проживает 2194 таких семьи. Накануне Дня народного единства почетную грамоту «Орден Матери» вручили Наталье Полюхович.
Время идет вперед, но нить живой памяти связывает нас с героическим прошлым. День и год народного единства должны стать днем и годом солидарности и сплоченности.